вообще охренеть. Слушай, я уже в прямом эфире. Да. Только никого нет. О. Что там заходит? Есть 8, 9. О, шляпа здесь, ё-моё. Какая шляпа? Ну, шляпа. А, это? Спит, чё не спит? Вообще, фанаты, блин. А мы тоже едем кушать. Поедем. Такой пропиздон от Славика получил. Вообще. Вот сказать, сколько я весил, когда меня Славик взвесил вчера ночью. Это вообще жесть. Блин, я, короче, весил. Мне аж самому стыдно. 109,5. Это жесть. Ну теперь все пойдет в гору. Теперь все пойдет. Теперь у меня есть вот кто. Тренер. Ой. А ты смотришь? Нет. Нам привет. Так, ну мы это самое. Да, долетел нормально. Ну как обычно, место в середине досталось, блин. Хорошо, с одной стороны, хоть девочка сидела, не так тесно было. Да, Ксюша, это мой личный аппетит. Сейчас я тут покручу рулем, выйду отсюда. Да, она тоже выкладывает сейчас фотографию, он сидит. Другую чуть-чуть. Такую же почти, как другую. Да. Ну как мы... Ну, покажи. Я скажу еще, как написала, я прям что мой очень. Напиши. Да. Будем теперь постоянно фоткаться. Блин, надо жить и радоваться, на самом деле. В последнее время такой ушатанный был просто вообще. Ну вы знаете вообще все. Мы, а чё, в воскресенье ночью можно только якиторию, наверное, найти, больше ничего. Поедем роллов каких-нибудь поедим. Ксюху какими-нибудь овощами накормим, с каким-нибудь белком. Вот. Надеюсь, связь нас не подведет по дороге. Вот, 37 человек. Че не спят? Че не спите-то, ей? Блин, ребят, ноги это просто... Я не могу ходить. Может, тебя поснимать? Это нечто. Хочешь снимать? Я ходить. Я запись трения смотрю. Да, я сам просмотрел несколько моментов. Блин, тренировка адовая была. Просто. Я, ну, наверное, и я, и все, кто смотрел, все, наверное, поняли, что мы... Я понял, что я вообще просто не тренировался всю жизнь. Нет, никогда. Я думаю, вы поняли тоже, да, что вы тоже не тренируетесь по сравнению с тем, что сегодня вообще было. Смотрел твою тренировку, аж у самого ноги заболели. Блин, у меня как они, у меня уже 3 приступа, блин, было, ноги сводят дамские. Я из самолета еле вышел, просто вот, на корячках. До дома потом из такси еле дошел. И с Ксюшей приехали в зал. Типа потренировались, да? Нет, хорошо потренировались. Я тренируюсь прям вообще хардкор. Да, но мы не стали включать. Да, очень соскучаюсь. Ксюша тренировали. Вот. Поэтому ноги у меня просто, колени вообще нужно выкинуть.
тебе уже налайкали 23 тысячи лайков там парень. Сейчас. Нет, парень, который там... Да, он вообще молодец. Респект. Да вообще просто. Мне скоро миллион будет лайков. Ну зато такая эйфория на лице была. Когда? Не знаю. Когда? А, это тут пишет. Да. Ноги. Ноги когда делала, наверное. А, сегодня когда? Ну да, наверное. Да. Ну, счастливый был. Да, да. Вдвойне. На камеру. Ты в джинсах не перетираются с такими ногами? Перетираются, ребята, на самом деле перетираются между ног очень часто. Месяца на 2-3 хватает максимум. А где джинсы покупаешь? Ой, знаете где? Я вам честно скажу. Значит, одно место это в Меге. ЛТБ магазин называется. Там могу себе найти. ЛТБ. И по росту, и по объему ляшек. А еще я... А, нет, подожди. Еще я нашел... Короче, на Кожуховске есть рынок. Этот шмоток. Там куча всякого говна продается, но в одном месте там есть палаточка такая. Мне ее в свое время показали. Там настоящие турецкие заводские копии брендовых вещей. То есть где-то порядка там 5-6 тысяч вот такие джинсы стоят. Там Филипп Лейн, там Армани. Но это заводская копия. То есть то, что в районе 15-ки, там 20-ки стоит, там можно тысяч за 5, за 6 купить. И вообще не отличишь. То есть как бы 5-6 тысяч тоже не дешево, но это копия. Причем копия очень крутая. Есть там одно место. Ну просто джинсы за дешевые, как бы совсем. Ну, не серьезно, они вообще там материал говно и протираются. Для джинс нормально 5 тысяч. Ну нормально, для копии хорошие, точно. Ну, в ЛТБ там тоже в районе 4-5 тысяч. Там бывает иногда распродажа какая-то, там берешь за 4-5 тысяч, одни, вторые в подарок, ну, вообще. А я только джинсы и могу носить, либо спортивные, либо джинсы. А летом шорты ношу, лосины, обтягивающие и майки. А, кстати, у Димы Коломойцева мы сейчас вот ездили. Да, приехал. У Димы Коломойцева я видел, не помню, какие, Олимпы или Неби, или какие-то джинсы там, такие вообще модные. Да? Помнишь, ты показывал? Да. Вот. Там очень такие прям моднявые. Ну, и я так... Они стоят, конечно, там, наверное, нехило. В районе, наверное, не буду говорить, не знаю, в районе десятки, по-моему. Но потом, в следующий раз, как братовался, поеду, посмотрю у него. Подскажи, для возраста 14 лет вес 42 килограмма, это нормально? Смотря какой тип сложения у вас, смотря какой рост там. А кто, мальчик или девочка? Мальчик, наверное. Мальчик. Зелимхан 86. Худой. Рост 1,52 м. 1,52 м. Это мальчик 1,52 м? Я так даже и не могу это что-то сообразить. Ой. Чё? Не знаю. А? Метр 62. Метр 62. Да, ошибся. Низкий такой, пишет. Нет. 62. Почему он еще вырастет и перегонит, обгонит? Да, это же это растет человек до какого возраста? Да. 15 лет, 86 килограмм. 15 лет, 86 килограмм. Я не знаю, как. Понимаете, 100 килограмм могут выглядеть по-разному. Мои 110 килограмм и 110 бывают такие, знаете, пончики. Поэтому, блин. Тебе нравится? А 1,81 м, вес 73 нормально? Вот это, по-моему, маловато, наверное, это уже такой эктоморф, наверное, лютый
да? Да, побольше надо. Лютый эктоморф. А рост до какого возраста берут, спроси? Вообще, насколько я знаю, костные окончания прекращают как бы расти в 21 год. Да, туда снимай, меня не снимай. Мы приехали. Снимай туда, я пока кондиционером шел. Ну а так-то я массивный. Массивный. Ребят, ну, блин, честно, не обижайтесь, но так пальцем в небо тыкать. Блин, я не успела прочитать, пожалуйста, задайте еще раз вопрос. Сколько там народу? 29 человек. 29. Все спят уже. У меня рост 178, вес 78, худой писец. Ну да. Выгляжу. Ну, надо кушать. Правильно и много, чаще. Раз в 6 в день. Обязательно минимум. Ну, 6 это точно. И пока у вас, скорее всего, обмен веществ дикий, можно не совсем уж правильную пищу, не прям один рис там с грудкой. Можно себе что-то позволять в рамках таких, ну, определенных. Поэтому у вас все перегорит. Особенно если эктоморф, то это можно все есть. Ну, позволять себе можно лишнего, да, но самое главное есть, а в основе больше правильной еды. Ну, к примеру, из 6 раз вы 3-4 раза едите правильную еду, там, крупа какая-нибудь, рис, гречка, там, овсянка, что-то такое, и там мясо какое-нибудь, там, грудка, неважно, любое мясо, рыба. И пару приемов можно какого-нибудь говнеца съесть еще. Ничего страшного не будет. Ну, как-то через каждый час есть хочет. Через каждый час? Дикий жор, да. Ну, так это круто. Просто очень часто подходят, говорят, я вот вес не могу, я столько ем. А для людей, знаете, столько есть, это значит 3 раза в день, но по много. Это неправильно. Вы ешьте 6 раз в день или 8. Вот. Мы, кстати, на Чертановской находимся, в Якитории. Рядом с Якиторией. Когда дома раз 7 ем, а когда на работе 5 кое-как. 5 раз. Но вот это нарушение режима, надо выравнивать, надо одинаково есть. Мивину на массу. Чего? Мивину на массу написали. Работаю 2 через 2. Ваня, а без тренировки в гости можно прикатить? Ну, это вот Мартин пишет. А почему нельзя? Да, приезжайте. Приезжайте? Я ж никому не говорю, не надо приезжать. Вова, надо. Вова его зовут. Приезжайте, будем пообщаемся. Знать теперь. Я, правда, там могу бегать там по своей работе, но мы все равно посидим, потрендим. Можете по залу полазить, посмотреть, как качаться будем, если вечером. 2 дня нормально ест, а 2 дня кое-как. Это тот, кто работает. Значит, лотки с собой готовить надо, есть. Можете, знаете, как сделать, как вот я делал, допустим, в том же там каких-то местах, где нет возможности поесть. Я либо с собой протеиновых шейков беру побольше, прям заранее насыпаю, или банку там беру, чтобы коктейли хотя бы пить. Либо этих аминокислот кормовых, чтобы не понижать количество белка, чтобы не давать мышцам разрушаться в то время, когда вы плохо едите. Если есть возможность, покупать спортпит. И хотя бы спортпитом. Это, конечно, лучше, чем ничего. Естественно, лучше есть обычную еду, но если нет возможности обычную, то лучше коктейли, либо аминокислоты закидывать. Только, ребят, аминокислоты нужно закидывать, знаете, в какие пропорции? Не как на банке написано, 2-3 таблетки. 2-3 таблетки – это максимум там 4-6 грамм. Я закидываю по 20 таблеток, чтобы 40 грамм белка получить, как полноценный прием пищи. Понимаете, в чем смысл? Так что вы пересмотрите свое отношение к аминокислотам, если кто, допустим, их там по 5 штучек там ест, по 6, это все бред. Ну, 5 штук вы съели 2-граммовых, это 10 грамм. Что такое 10 грамм белка? Пишу, ничего. Грамм. Пищи запихиваете. Мне на вес 78 сколько надо? Да, ребят, нисколько. 40 грамм усвоится у любого человека.
40 грамм белка усвоится. Вот 60-70, да, это уже не у всех. 40 грамм – это норма для мужика любого. И мужика, и подростка, и подростки вообще сгорит еще быстрее. 40 грамм – это, на мой взгляд, такая средняя норма, минимальная средняя норма. 40 грамм белка. Ну вот и считайте, то есть для этого нужно съесть либо 250 грамм грудки, ну мясо 250. Хаммер поехал. Вон хомяк, хомяк. Блин, видели, видели. Мы, может быть, завтра уже на нем будем. Но у нас будет круче, он вообще весь в люстрах. Это такой поехал обычный. Тот весь вообще в люстрах. Все, может, завтра вот так же вечером будем уже на хаммере. Самые крутые. А? Самые крутые будем. Да. Поэтому, если вы пьете коктейль протеиновый, да, то, соответственно, один колпачок, там где-то порядка 25-30 грамм белка. Соответственно, о, он сюда приехал, вот, все рядом стоит. Вон хомяк, ребята. Блин, мы завтра на нем будем ездить, в лучшем случае. Вообще просто нереально огромный. Слушай, тот, который я смотрел, я у него на крыше там люстры, там вообще на капоте такая. Короче, мы тут, походу, будем видеть на двух камерах. Вот. Нет, тот реально круче выглядит. Прям вообще бомба. Намного. Это прям вот сток, как с завода. Ничего на нем, никакого обвеса вообще нет. Блин, они нас запалили. Чё? Они нас запалили, что мы их снимаем. Это самое. Ты пофиг. Мы же не изаки какой-нибудь сидим снимаем. Это же неудобно стало. Это. Поэтому, что я говорил-то, протеина 25-30 грамм белка в колпачке в среднем. Соответственно, чтобы 40 грамм получить, вам хотя бы полтора колпачка надо сыпать. Range Rover. Вот. Так что... Да, Хаммер крутой. Да. Зачем тебе машина, ты сам машина. Ну, это дурацкое выражение, на самом деле. Мне не нравится. Блин. Да не пофиг. А? Ну и... Так смотрит. Бесит. Пусть смотрит. Кто рядом с Водяновым? Кто рядом с Водяновым, а? Моя Ксюша. Так. Мы есть пойдем или нет? Пойдем. Все, мы пойдем кушать. Все, ладно, давайте, мы пойдем есть. Всем. Пока-пока. Спокойной ночи. Ой. Всем пока. Пока. Спасибо.